КНР изменила политику государственного управления по валютному регулированию. Для покупки иностранной валюты при выезде за границу китайцам необходимо подавать сложное заявление. В связи с этим развитие цифровых валют пришлось на самый подходящий момент. E-Dinar Coin сохраняет такие преимущества, как анонимность при обмене валюты и низкие комиссионные сборы, не требует проверки, транзакции производятся быстро, легко и удобно.